Не знаю, какой дубль, будем считать, что один единственный. Привет, друзья! Мы сегодня в необычном формате решили сыграть, провести некий тест клейких лент, проводов и всевозможных других вещей, вопросов, которые связаны с клейкими лентами. Родилась эта история у нас у Сергея, поэтому хотелось бы узнать, Сереж, почему именно такая история взять? Что ты хотел проверить? Что ты хочешь? Что мы будем делать? Pinky Brain, да? В общем, идея родилась из звонков и вопросов наших клиентов, из нашей стойкости, ну и долговечности клейкой ленты. И сегодня мы это и будем тестировать, насколько каждый ролик из представленных здесь покажет себя в условиях эксплуатации, так скажем, жестких. Использовать будем вход в наш магазин, собственно, самое ходибельное место. Сделаем 5 полосок каждого тейпа с проводами и посмотрим, что с ними будет через 14 дней. Приступаем, коллега? Значит, смотрите, да, мы решили попробовать на двух проводах разных. Взяли разную коммутацию. Силовой кабель нам предоставил Илья Утукин, компания Max Music Group. И аудиокабель, XLR-ный микрофонный кабель. Это, соответственно, предоставила компания Van Damme Cable. Почему мы их взяли? Потому что это распространенные популярные кабели в прокате. У них как бы и проведем тесты. Что у нас есть? У нас есть американская лента ProGav, черная матовая. У нас есть наша клейка лента Riggershop Pro матовая. У нас есть бессменный лидер MagTape Mat 500, всем известный, просто ходящая икона стиля. Есть его предыдущая версия Экстрамат и глянцевая клейка лента Utility, бюджетный вариант. Ну как бы, а почему бы и нет. Итого 5 черных клейких лент, силовой и сигнальный кабель. Герман с нами отвечает за безопасность, на всякий случай прихватил огнетушитель. Вот, ну и, собственно говоря, да, что мы будем делать? Мы возьмем каждый кусочек. Ну, не знаю, давайте возьмем прогав, с него начнем. Положим. И вопрос, как их зафиксировать? Кто знает, как клеить хорошо кабели? Ой, а можно я, можно я? Попробуешь? Я сперва правильный ответ могу дать. Сперва мы наносим, так скажем, закрепляющие полосочки, чтобы провод не разъезжался у нас с двух сторон, соответственно. Ну да, вначале мы фиксируем кабель, его немножечко преднатягивая, чтобы он ровно был уложен. А после этого, да, уже можно отматывать. Причем обратите внимание, делаем это в две полосы, потому что кабель широкий, и если, ну, нанести одной полоской, то больше вероятность отклеивания, соответственно, износа. Ну да, давай делать. Поэтому делаем все как правильно, как профессионалы. В одну сторону. Да, легко рвется, приятно работать. Хорошо. Ну что, следующие по образцу и подобию. We'll be right back.
Ну что, все, все верно, все правильно наклеили? Ну, собственно, да. Тейп мы нанесли. Оставляем так это дело на 14 дней. Приглашаем вас к нам. Пожалуйста, поучаствовать. Приходите, да. Топчите. Поучаствовать в тесте. И снимем результат тогда по прошествии. С отзывами. Так сказать. Мы к вам обязательно вернемся. Peace.